Дорогие друзья, не знаю, видно ли вам, но сегодня нет никаких химтрейлов, нет, ничего не летает. Какой-то удивительно тонкий на даче лес, который начинается везде. Я же живу в лесу со всех сторон. И какие-то невероятно глубокое синее небо. Посмотрите, да, это видно. Настолько синее, что просто синь сосет глаза. Вот что такое осень, такая удивительная. Сегодня 25 градусов. И вот такой, такие вот небеса. Эх, люди бы не портили все это своими задумками. Какие бы это были удивительные, красивые, извиняюсь, красивые небеса всегда. Посмотрите. Ну там вот самолет летит вверху где-то, но от него следов нету, потому что это самолет обычный, без всяких опрыскивателей. Ну как же это здорово. Ну как природа быстро. Где-то она уже, вот березки пожелтели. Очень быстро. А виноград в самом соку и рассвете. Кто во что горазд. Удивительно, удивительно. Какое небо голубое. К тому или сторонники разбоя. Небо потрясающее голубое. Невероятное. Вот и тут виноград, да? И тут у меня там елочки. Я посадила, кстати, за этим самым сосну. Ну, в общем, золотая осень начинается. Поэтому я не зря решила эту осень провести здесь, в России, в Москве, на даче. Вот, потому что дача, конечно, невероятно красивая. Все сейчас такое вот осеннее и красивое. Убраны многие вещи уже. Вот бассейн убрали мы. Такой грядки готовим. Ну, в общем, вот, но все равно кругом один лес. Какая-то красота, какое-то чудо.